Роль экскурсовода у развитии туризма у Республики Беларусь. Семинар у режиме онлайн по этой теме прошел сегодня у ГДУ имя Франциска Скорины. У размове приняли удел выкладчики, студенты, представники управления спорту и туризма Гомельского облвыканкама, а так само установ культуры. По видеосувязи долучились супрацовники Национального агентства по туризме. Неглядячи на пандемию, минулый год нельга назвать неудалым для индустрии. Шмат было зроблено для узмацнения туристической привабности краины. Открывались новые маршруты, з'являлись объекты для отпочинку. Але у сферы туризма востро повстало питание кадрового потенциала. Задача на ближайшую будущую – подрыхтовать высококвалифицированных супрацовников. У первую чергу размова про гидов-экскурсоводов. Делаем ставку, акцент на молодежь сегодня, поэтому как бы хотелось бы рассказать сегодня алгоритм действия, скажем так, получения дополнительной квалификации и, конечно, показать возможности и перспективы в работе.